Український актор театру та кіно Олексій Горбуну побудував цілком успішну кар'єру в сусідній Росії. Втім, коли в його рідному Києві наприкінці 13-го року почались протистояння, він підтримав учасників Майдану. А згодом, коли почалась війна, Олексій прийняв для себе принципове рішення. Він не зніматиметься в тій країні, яка прийшла на його землю зі зброєю. Олексій Горбунов всі 3 роки, поки на Сході триває конфлікт, постійно зустрічається з хлопцями-військовими. Його діяльність сьогодні більше схожа на благодійність, а як інакше, якщо, наприклад, в Миколаєві квиток на творчий вечір Горбунова в Рокхаті коштував всього 30 гривень. Актор і музикант Олексій Горбунов, як з'ясувалося, в нашому місті буває часто, але все більше проїздом, а от за останній місяць вже 2 рази з концертами. Тож Миколаїв для нього не чужий. Да, у меня вообще к чувства к Украине в эти 3 года войны как-то по-новому все раскрылись. Поэтому и Николаев, точно так же, как все города Украины, а мы с группой «Груз-пилота» проехали за эти 2,5 года. Очень много концертировали в разных городах. Но Николаев, скажем, там как Одесса стоит особо, потому что, во-первых, 95-я бригада или нет, Николаев? 79-я. 79-я, видите. Вова Семишкин знает лучше, кстати, он организатор концерта. Володимир Семишкин і сам музикант, а ще один з тих, кого називають кіборгом Донецького аеропорту. Він пішов воювати добровільно, не став чекати повістки. Та після звільнення довго цивільним життям не насолоджувався, підписав контракт. А вільний час долучається до всіляких благодійних акцій, аби підтримати наших хлопців-героїв. З Олексієм Горбуновим він познайомився випадково на презентації книги Сергія Лойка. Лойко написал книгу «Аэропорт», да, вот, например, я совершенно случайно на какой-то презентации, у нас 3 или 4 города было, и мы в Одессе, по-моему, да, когда Вовчик взял гитару, говорит, а я спою, если можно, песню, и все обалдели, когда вдруг еще воины там, и причем песня хорошая, и «Аэропорт» в то время, это такая кровоточащая рана была для всех, для нас, вот, поэтому Николаев, вот, благодаря бойцам, благодаря воинам, для нас тоже особый это город. Ну и потом нам как-то тепло в Николаеве всегда, не знаю, у нас вот 2 недели назад мы «Черную шкатулку» показывали спектакль, да, премьера была в Николаеве, мы в Киеве еще не играли. Нас очень хорошо встречали. Перед этим концерты были в Николаеве. В общем, где нам тепло, где хорошо встречают люди, нам отлично. Сегодня мы выступаем благодаря Володе, опять-таки, потому что когда 2 недели назад мы были со спектаклем «Черная шкатулка», мы встретились, поговорили, как у военных, слушай, можете приехать выступить там? Тогда. Да. Решено было по-военному все быстро. Как только вот нет администрации, нет этих чиновников, нет людей. Намного быстрее решается. Настолько быстрее. Вот хочется, чтобы наша страна вот так вот, вот в принципе, вот так и надо жить. Когда вот люди, да, там сейчас говорят громады. Ну, наверное, вот громада, если бы это в чистом виде, как мы все хотим, было, то это вот у нас громада сейчас. Вот звонок, да, можешь приехать, могу, вот приехали, все, никого. Вон друзей подключил, музыканты из Киева приехали, мы оперативно раз и приехали сюда. До Миколаєва Олексій Горбунов приїхав з гуртом «Груз-пілота». Програма – пісні авторів, на яких виросло не одне покоління – Окуджава, Висоцький, Цой. Группе-то уже больше 10 лет, группе «Груз-пилота». Мы играем все старые песни, там играем Высоцкого, играем Окуджаву, играем Цоя, украинские народные песни. То есть пацаны иногда еще своих, они профессиональные музыканты, все они свои какие-то вещи, музыкальные инструменталки делают. Вот сегодня, наверное, услышим. Это у нас все, все, что я научился играть на гитаре в 12 лет, вот это я играю. Мне 55, вот я играю одно и то же с 12 лет. И эти песни проверены уже временем, городами, аудиториями, странами. Их поют люди 30-40 лет песен. Высоцкий сегодня вообще, мне кажется, про сегодня, все про сегодняшний день. Сегодня у Высоцкого все про сегодняшний день. Да и как у Цоя, кстати. Как по мне, я еще человек все-таки уже такой взрослый. Это вот молодежь. У них тяга, вы же такое более тяжелое же играете. Ну да. Не, ну сегодня вот такой акустический вариант. Акустика будет. Потому что «Аэропорт», да. Песня меня тогда сразила, и не только меня. Я же когда взял твою запись, я привез на «Аристократы». А «Аристократы» — это интернет-радио. Одна из первых радиостанций в Киеве сейчас очень популярна. И там молодежь работает. И когда я Вовчика песню принес, они же все слушают. Говорят, ох, что это за песня клевая, кто это? Я говорю, ну вот, воин написал, боец прямо. Вот, как? Я говорю, ну ты с товарищем помнишь, да, чьи-то слова или нет, музыка, я не помню. Ну вот... Там совместное какое-то у вас сочинение. Слова товарища с Кировоградской области, музыку он с гитарист, басист, вот, но мой товарищ Саша Воронин вот, со мной сегодня будет выступать вот, с одной группы.
И вот так вот она как-то получилась. Песня крутейшая, попала прямо в то время и вот прям в точку. И говорю, молодые, все молодежь, которая работает на станции, они же продвинутые, умные, это же поколение компьютерное уже. Они на фуфло никогда не скажут, что это хорошо. То есть им всегда говорят откровенно, если им нравится, они говорят, о, что за песня. А если не нравится, они такие говорят, мне надо выключить следующую. То есть отреагировали, вот живая реакция была, и мне понравилось то, что это не только мне кажется, что песня клевая, она попала прям вот в свое время, очень попала в точку. Потом честно, энергетически все правильно, и когда человек еще участник событий, непосредственно боев, вот, это стоит гораздо дороже. Уже забыл порт, последний свой эскорт, когда на взлетку садился тут последний порт. Обитель Мордора, вид его многолик, после приветов гаубицы или гвоздик. А у парней лик, не видно лица сажей, таких картин даже нету в Эрмитаже. Один плюс один всего ведь не покажет, и нету счета Минобороне пропажам. И нету счета Минобороне пропажам. До речі, кліп на пісню «Аеропорт» Володимир зробив разом із нашим телеканалом. Робота не професійних кліпмейкерів, але за душу бере неодмінно. Мені точно так же прислали недавно, кстати, «Одесситы» зробили під нічекомісячно, ми з пацанами поємо там пісню вже теж років 12 назад, ми записали її. І от нам зробили версію, точно так же взяли свої домашні фотки, взяли відео і підложили під нашу пісню, взагалі до сльоз, пробиває так, що... Я говорю, вот мы бы никогда не сделали, вот придумали сюжет, начинали что-то снимать, а тут просто взяли люди свои видео, свои фотки и тупо подмонтировали под песню, это вот самое лучшее, это настолько прям точно и вот, ну как по мне, я вот за такие клипы, я вообще люблю такую эстетику, неприкрытую, честную, когда все видно, я вижу камеру, я вижу бойцов, все вот, да, не художественно-постановочные клипы там и песни. Кілька тижнів тому Олексій Гарбунов вже був в Миколаєві, тоді з виставою «Чорна шкатулка» і також у супроводі «Грусті пілота». Вистава про любов, війну та про надію. Звучали пісні Володимира Висоцького, Марка Бернеса, Булата Окуджави. З цією програмою Олексій об'їздив чи не всю Україну. То, що грали в Миколаєві, у нас прем'єра в Києві тільки 30 января буде. От зараз ми все робимо для того, щоб випустити. Прямо вот спектакль уже, каким он должен быть, потому что он все равно еще дорабатывается. И вот это самое главное, вот это вот. А потом уже там пластинку мы хотим писать, и песни какие-то есть у ребят свои, но руки не доходят, нам сейчас черную шкатулку. Вот сейчас самое главное, черную шкатулку выпустить правильно, чтобы начала она уже жить своей жизнью, а дальше мы уже там начнем пластинкой заниматься. И выходит сериал «Одиночка», уже клип вовсю по сети, это группа «Антитела», песня так и называется, от «Динак», они написали шикарную песню к фильму, саундтрек сделали, они так и называются, от «Динак», группа «Антитела», просто, вот, если клип не видели, всем рекомендую посмотреть, вот, я в клипе поучаствовал, ребят, ну, а там главную роль играю в 16 серий, так и называется фильм «Одиночка», вот жду выхода в 17 году этих картин. Олексій Горбунов дійсно народний артист. Коли в його країні сталася біда, він не став приховувати свій патріотизм заради грошей. Він зустрічається з військовими, дає концерти, проводить творчі зустрічі. І висловлює захоплення тими хлопцями та дівчатами, які боронять рубежі країни на Сході. За эти три года, не знаю, то, чем нам надо гордиться, у нас воины, особенно молодые, показали силу духа, показали зубы, да, показали то, что у них страна, в их понимании, это не Советский Союз, как у моего поколения. Я родился в 61-м году, я советский человек, все равно по многим вещам я советский. Но я, естественно, за Украину, глядя на них,
держу кулаки и говорю, что слава богу, есть кем гордиться, и хорошо, что мы дожили до того времени, когда наши дети показывают нам примеры мужества и героизма. Я считаю, что это самое главное, что произошло за эти 3 года. Это когда военные мужчины вернулись в профессию военных, наконец-то, потому что мы уже забыли, когда там военных уважали или вообще мы о военных говорили. А пацаны сейчас все это статус восстановили, военных, и должны быть военные, мужественные, героические и честные. Мы же слово «честь» давно забыли, да, слово «долг» давно забыли. Вот у чиновников там не работает это, а у парней работает. И большинство людей, и молодых, я думаю, смотрят на таких, как Вовчик, такие, как они, и для них это такое, и не надо им казаться лучше, чем они есть. Все, что они там сделали, кто что на этой войне доказали. Вот эта фотовыставка, которая была у вас 2 недели назад. Как зовут человека? Вячеслав Симченко. Вячеслав Симченко. Хорошее дело сделал. Мало то, что он помогал бойцам, это все за свои деньги. Ну и вот фотовыставка, которую я посмотрел 2 недели назад, это что же? Одни воюют, а другие сварку делают, там брониту крепят, понимаете? Это все мужчины тоже делают. И женщина наша, между прочим, тоже. Куда мы без женщин? Наши женщины тоже дух показали, силу показали. Что у наших женщин, кроме нежности, вот то умение готовить, так что уши заворачиваются и дом держать как надо. Они еще и воевать умеют, и вытаскивать тебя с поля боя могут, и перематывать, и бинтовать тебя могут, и детей нянчить. Вот что могут наши женщины. Я вообще считаю, что нашим людям памятник ставить надо. Нашему народу Украины памятник ставить надо. Собственно говоря, это тоже есть, почему мы здесь, потому что мы с огромным уважением там, к Володе относимся, ко всем парням. У нас очень много друзей, очень много. Мы дружим с Кировоградским спецназом давно, очень. В Киеве со многими дружим, с Днепропетровским госпиталем, с врачами. Очень многих людей вот по разным городам увидели. И для нас это реально настоящие люди, которые действительно вызывают уважение. И слава богу, что они у нас есть. Да, вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастья помогло. Да. Но тут вот без этой войны столько вот хороших людей, оказывается, есть. Да, и все. Вот тоже не знал я, да, вообще, знаешь. Про людей никогда не думал, что вот наши люди способны на такое, вот честно говорю, знаешь. А кто? И, думаю, большинство людей не ожидали, что так вот. Армии нет, оружия нет, ничего нет. А пацаны в этих, в тапочках с Майдана на фронт, с одним калашниковым на 4, как в ту войну начинали, короче. И отстояли, и показали зубы. Говорю, это то, что сделали. Еще об этом еще будут писать, об этом еще будут снимать это. Даст Бог, придет время, еще и сами поснимаетесь, я надеюсь. Так что честь и хвала нашим воинам всем и мужчинам, которые остались настоящими мужчинами.